Всем привет, вы на канале «Мы из Эстонии». Сейчас мы снова находимся на том же самом месте, где два дня назад пострадало около 30 автомобилей. Пострадавшие автомобили почти все эвакуированы, но на их место приехали новые. Мы с вами видим, что машин меньше не стало, а наоборот, их стало гораздо больше. Примерно 90% автомобилей на российских номерах. Глава муниципалитета Ивангорода Татьяна Шарова прокомментировала ситуацию по поводу порезанных шин. Цитирую. «Зачем они их там оставляют? Заправились и пусть возвращаются обратно в Нарву», сказала Шарова, добавив, что о причинах происшедшего ей ничего не известно. Этим делом занимается полиция. Как будут развиваться события дальше, покажет время. С вами был канал «Мы из Эстонии». Всем пока и удачи на дорогах.